Сбор хорошо прошел, нам удалось выполнить все. И мы рады, что мы закончили игрой хорошей. Два тайма получились, ну, первый прям вообще такой вот, прям от ножа, и как мы хотели, темп. Вот, второй, понятно, что соперник выпустил новых футболистов, и, естественно, свеже нужно было этому противостоять. Мы сдозировали по нагрузку, по функционалу, сделали определенные замены, и в целом игра получилась достаточно качественной. Мы очень довольны качеством, особенно в первом тайме. И отработали сбор отлично, все хорошо. И все, теперь будем двигаться дальше. Всем спасибо.